для подготовки к пожароопасному периоду. Десантники-огнеборцы прошли воздушные тренировки на Камчатке. Занятия провели на аэродроме в селе Николаевка. Сегодня мы присутствуем на воздушной тренировке десантников-пожарных, которые в течение недели проходили теоретическое обучение. Сейчас настало время практики. То есть сегодня будут проводиться тренировочные спуски с вертолета Ми-8 на спусковых устройствах СУЭР и КСК-2. Значит, данная тренировка проводится при подготовке к пожароопасному сезону. Вот, то есть сегодня десантники пожарные получат допуски для производства спусков непосредственно на пожар. Десантники пожарные, которые в этом году первый раз спускаются, у них будет 7 тренировочных спусков. Для опытных десантников делается 5 спусков. Значит, делается на разных высотах. Это 10, 20, 30 и 40 метров высоты. В тренировках приняли участие 35 человек из 4 авиаотделений края, которые по итогам практической части обучения получат допуски. Срок действия разрешения на проведение работ составляет 1 год. Умения, полученные при воздушных тренировках, очень важны. В районе действующего лесного пожара не всегда удается подобрать площадку для безопасного приземления воздушного судна для высадки пожарных. В таких случаях десант использует спусковые устройства. В этом году штат десантников пожарных пополнился 14 новобранцами. Добавим, тренировочные спуски проводятся ежегодно и являются заключительным этапом подготовки десантников полуострова к пожароопасному сезону.